Книга «Открытым оком», том 7, тема «Природа», вопрос 1918. Принято считать, что глаза человека – зеркало его души. Святые это хорошо знали и могли определять не только страсти человека по лицу, но и его задумки. Они психологи, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Быть психологом – это одно дело на бумаге, по диплому. Истинными психологами могут быть только глубоко верующие, признающие психею, душу и живущие по духу. От них многое не сокрыто, и внутренний их человек показывает, о чем и о ком они должны молиться. 1 Коринфянам 2.11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Знать – значит принять участие, изменить, переломить ситуацию, не просто для информации, любопытства знать, а для спасения души. Рассказывают, что японцы были на советской выставке новых машин, и там были машины, которые могут проходить и по воде, и по болотам, и через бревна переловить, и в горах подниматься. Смотрели-смотрели самураи, да и выдали. Вот какие умные русские, каких разных всяких машин напридумывали, чтобы только дороги не делать и не ремонтировать. Вот точно так и монахи, каких только подвигов не напридумывали, каких только иноческих трудов, сногсшибательных не наизобретали, только бы не выходить в мир с проповедью, чтобы только слова Христа не исполнять, а благовестие миру. Марка 16:15. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Иеремия 35:15. «Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего, не послушались меня». Исайя 30, 21 по 22 стихи. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверную оклад идолов и серебра твоего, и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: прочь отсюда». И все эти слова особенно приложимы к монашеству, закрывшему плотно уши свои от слов Божьих идти на проповедь в мир. Иеремия 6:16. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Иеремия 55. «Будут спрашивать о пути Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется». Павел преподобный 4 октября. Раз, войдя в один монастырь, встал он у церкви, наблюдая, кто с какой мыслью входит в нее. Была вечерняя, все входили в церковь с радостным лицом и просветленной душою, и с каждым из них входил с радостью и ангел-хранитель. Один же брат шел в церковь с лицом мрачным, душою озлобленную, будучи окружен бесами, из которых каждый влек его к себе. Ангел-хранитель его следовал в отдалении, в унынии и с плачем. Видя сие, святой опечалился, весьма скорбел о погибшем брате от великой печали. Не вошел святой Павел и в церковь, но с плачем сидел вне ее. Когда церковная служба окончилась, то все братья выходили такими же, какими и входили, и свет божественный озарял их. Увидал Павел и того, который прежде был мрачным, и вот лицо его светилось, как бы лицо ангела, и благодать Духа Святого осеняла его, и ангел-хранитель радостно поддерживал за руку его. Бес же издали рыдал и не дерзал хотя бы немного приблизиться к нему.